С вами канал Modern Studio. Сегодня смотрим опять Photoshop. Покажу вам способы выделения объектов. Вот, например, прямоугольную область. Рисуем, нажав Alt, можно вычесть. Нажав Shift, добавить. Нажав Shift и Alt вместе, получим разницу между этими. Вот так. То же самое с овальной областью. Инструмент, область, горизонтальная строка. Ну тут Alt бесполезен, особо Shift если нажать. Можно нарисовать их несколько. На мой взгляд, это бесполезная какая-то функция. Вот. Тоже вертикально. Также есть вверху. Добавить, вычесть и разница. Еще лосо. Сейчас импортируем сюда какую-нибудь фотографию. Лосо. Ну, я примерно так ввожу, не особо аккуратно, так чисто, чтобы как это работает. Потом прямолинейно. Очень неудобное лосо. Вот это прямо не люблю его. Надо постоянно мышкой щелкать вот так вот. Ну вот как-то так примерно. Ни хрена не работает. И магнитное лосо, наверное, самое нормальное, на мой взгляд. Ну просто ведешь, она само как бы приклеивается к контуру. Рисунок не всегда точный, конечно, но как получается. Тоже не хочет нормально что-то работать. Вот, сработало. Так, какие еще там? Быстрое выделение. Это такая вот фигня. Тоже тут можно, если не так выделил, например, вот лишнее, нажать Alt и так вот все убрать. Или наоборот, нажать Shift, добавить. Тут, естественно, тоже вот убрать, вот добавить. Здесь уточнить край. Волшебная палочка, это лучше не пользуется, бесполезная хрень, на мой взгляд. Выделяет вот
по цвету как бы. Потом долбаешься убирать лишнее. Тоже Alt нажал и так убираешь все это и добавляешь Shift. Так. Вот и все.